58 гормонов уходит, это надо признать. Лицо начинает плыть. У меня нет мужа, который исполняет все мои желания, но есть массажист и косметолог, к которому я регулярно хожу. Делаю чистку лица, массажи, пилинг и клею лицевые тейпы. 4 года не ставлю уколы. Также регулярно занимаюсь спортом. Я бегаю полумарафоны. Уверена, что уход за собой – это не только про красоту, а еще и про свою жизненную энергию, которой так многим не хватает. А как вы следите за собой?